Читает ученица 7 класса МКО УСОЖ села Веселый Яр, Мельдянова Анна. Алевтина Суровцева, семейное счастье. Семейный уют, разговоры, улыбки, прощания, встречи, объятия сердец. Любовь и тепло, несмотря на ошибки, и рядом с детьми самый лучший отец. Семейная жизнь, как движение в гору, приятно и трудно, но легче вдвоем. Достаточно выбросить мысли о ссоре, и вдруг начинается быстрый подъем. Семейное море, волнение, встряски, порывистый ветер, мучительный дождь. И кажется, будет несчастна развязка, но день на случайность скорее похож. Семейные узы, беззвучные струны, услышать их песню родные сердца. Мелодии слажной солнечно-лунной наполнят друг друга они до конца. Семейное счастье, так близко разгадка, так просто друг другу тепло подарить, довериться связи сердец без остатка, неистово и беспристрастно любить.